Итоги оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» подвели полицейские. За 3 дня больше 340 иностранцев привлекли к административной ответственности. Еще порядка 20 выдворили за пределы страны. Заплатить штраф пришлось и нескольким североказахстанцам, которые приютили у себя жителей соседних республик. Подробнее в материале, подготовленном при содействии пресс-службы областного департамента внутренних дел. Республиканская операция «Мигрант» помогает найти людей, незаконно проживающих или работающих на территории Казахстана. Для этого задействовали не только миграционных полицейских, но и сотрудников других подразделений органов внутренних дел. Целью данного мероприятия является выявление нарушений миграционного законодательства, каналов и организаторов незаконной миграции, гостиницы, увеселительные заведения, рынки, строительные объекты. Только за первый день на территории областного центра за нарушение миграционного законодательства выявлено и привлечено к административной ответственности 30 иностранцев. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям полицейские выявили 12 фактов незаконного привлечения иностранной рабочей силы. 150 гражданам других государств сократили срок пребывания на территории нашей страны. Заплатить штраф пришлось и нескольким североказахстанцам. Они приютили у себя жителей соседних республик. В случае повторного нарушения миграционного законодательства предусмотрены статьей 517 административного кодекса. Предусмотрено взыскание в виде административного ареста с административным выдворением за пределы Республики Казахстан. За 3 дня операции к административной ответственности привлекли более 340 иностранцев. Еще порядка 20 выдворили за пределы страны. Алина Баржанова при содействии пресс-службы областного департамента внутренних дел.